такой похожий. Ну и в принципе это такая вот независимая типа территория. Жители освобождены от службы финской армии, говорят они по-шведски, да, но в случае проживания вне Аландских островов в течение 5 лет этот иммунитет от армии утрачен. Такая вот интересная территория, да, просто связана с Россией, да. Жилищники оставят должников без канализации. Такие меры неплательщики ощутят на себе уже сегодня. Начать жилфонд решил со Свердловского района, точнее, с дома на судостроительной 133. Задолженность красноярцев перед управляющей компанией больше 2,5 миллионов. Диво дивное. Ебать! Сейчас еще стол. А куда он поехал-то? Да там баба за рулем. Вот так бывает.